Приветствую вас, дорогие зрители, у микрофона Григорий. Приглашаю вас поиграть вместе со мной в игру The Long Dark. Это одна из самых моих любимых игр на тему выживания и песочницы. В чем же ее особенность? Особенность в том, что она представляет собой настоящее произведение искусства с точки зрения игрового дизайна, баланса и как бы игровой концепции. То есть это чистой воды выживание в крайне тяжелых и реалистичных условиях природы. То есть вы в результате загадочного геомагнитного происшествия, какого-то катаклизма, разбиваетесь как бы на самолете в горах Канады и должны выжить, борясь при этом с холодом, голодом, дикими животными и банально с недостатком любых ресурсов. В общем, она сочетает в себе отличный геймплей, отличный игровой дизайн, графику, стилизованную особым образом, и вообще очень меня радует. Давайте начинать. Так, в игре пока доступен только режим Sandbox. Я, наверное, в нем и буду играть пока. Так, у меня здесь есть старая игра на 51 день, долго я достаточно выживал. И давайте начнем новую. Возьму я сложность Stalker. Есть у нас еще более сложная, недавно введенная в последнем обновлении. Но она выпиливает из игры весь огнестрел и прочие какие-то элементы. Мне это не нравится. Давайте будем играть на Сталкере. Поехали. Так, выберу случайный регион. Выберу персонажа девушку. Назову игру свою Гриня Плей. Странная геомагнитная буря обрушила ваш самолет в северной канадской глуши. Как долго вы сможете выжить? Нажмите любую кнопку для продолжения. Посмотрим, куда нас забросила судьба, выраженная в рандоме. О, незнакомая местность. Ну что ж, давайте тогда скорее приступим к тому, чтобы просто не умереть здесь от холода. Просто к выживанию. Так, начнем с простого. Соберем вот эти палочки. Спросите, зачем эти палочки? Эти палочки исключительно важны для того, чтобы разжечь костер, для того, чтобы согреться. Они неплохо горят. Так, что у нас здесь? Маяк. Маяк, я на острове. И корабль. Так, давайте быстрее куда-нибудь пойдем, потому что нельзя оставаться на открытом холоде. Эх, скелет кита. Для меня это слишком холодно. Почему? Да потому что одежда моя не приспособлена для этого ни капли. Так, корабль. Смотрите. Шип. Отлично, давайте войдем в корабль. Сохранение. Так, новая локация открыта, Риккан. Ух ты! Rainbow Trout Roll. Рыба. Я нашел рыбу. Это отлично. Так, что у нас с температурой? Минус 7. Минус 7. Кстати, разработчики изменили дизайн с последнего. С того момента, когда последний раз я играл, так что он мне кажется немножечко непривычным. Так, взять спичку. Ага, зажечь. Не уверен, что правильно поступаю. Так. Так, что же, давайте посмотрим, что есть на этом корабле. Metal Shelf.
Знаете, не вижу я... О! Так. В темноте... Ну, я запомнил просто, где у меня... были эти предметы, поэтому спокойно взял их в темноте. Так, что здесь? Ух ты, тело. Тело, и около него что-то лежит. Кстати, ничего не нашел. Бандаж, отлично. Бандаж мне пригодится для того, чтобы банально перевязаться, если какие-то будут проблемы. Давайте еще спичку зажжем. Так, что здесь? Очень мало времени у меня на поиски чего-либо. Так, что тут? Знаете, что я придумал? Я, наверное, использую... Спички не буду тратить, а использую флайер. Флайер... Да, у меня есть один флайер. И... экшен. Так, кстати, экшен. Собрать... Да, только собрать могу. Ну что ж, используем флайер. Так, это поможет мне... Так, интересно, аптечка. Давай. Обезболивающий, отлично. Так, возьмем, посмотрим, что в этом шкафу. Так, мне надо спешить. У меня флайер этот ограничен, но... Так, и контейнер металлический, отлично. Энергетический батончик. Это очень здорово. Так, что здесь? Здесь ничего не вижу, ничего полезного. Сломанный металлический... О! Пластиковый контейнер. Давай. Так, ничего. Здесь что? Здесь тоже. А, ящики... Не могу смотреть, них я их могу только разломать. Так, бегом. Спешить. Обязательно спешить. Это все я могу только разломать, к сожалению. Так, печь. Уголь. Тряпье нашел. Так, уголь мне, наверное, не очень нужен. Не знаю, могу я здесь греть, что не могу. Наверное, я все-таки не буду этой печью пользоваться. Так, что это? Это обломки металла. Они мне пригодятся для какого-нибудь крафта. Это я знаю. Кардбокс. Давайте 7 минут, чтобы разломать этот кардбокс. Нет, я не могу. Так, что это? А, топливо для керосиновой горелки. Отлично, нашел энергетический батончик и банку консервов. Что ж, это не так уж и плохо. Что еще здесь? А, шерстяной свитер. Отлично. Так. Подушка. Книга. Книга для растопки пригодится. Так, носки, шапка шерстяная и контейнер нашел пластиковый. Так, да, ищи что-нибудь там. Нет, ничего. Эта игра очень требовательна к тому, чтобы вы могли выжить как можно быстрее в первые несколько часов игры, потому что если это не удастся, то скорее всего вы долго не продержитесь. Ну что ж, вышел на поверхность корабля. Сейчас осмотрю, что здесь есть. Так, доски мне пока не нужны. Здесь уже, конечно, ветер задувает. Так, не с этой стороны. Мне приходится бегать для того, чтобы быстрее пройти по корпусу в рубку и посмотреть, что здесь есть. Так, металлический контейнер. Металлический батончик, отлично. Так, и монтировка. Смотрим дальше. Все нужно. Вначале нужно все. Похоже, больше ничего тут нет. Так, гарпун. Гарпунная пушка. И, наверное... Так, шип. Опять я зашел в корабль. Так, это... Правой кнопкой я могу отпугивать зверей. Что ж, я думаю, что здесь на корабле делать нечего. Наверное, мне нужно... Так, вон там какой-то...
какой-то порт или что-то типа того здания. Давайте посмотрим, что в нем. Так, быстрее, 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 быстрее бегом, потому что здесь холодно очень. Поднимается ветер, а ветер для меня здесь очень губителен с этой одеждой. Так, что-то я вижу. Собачья еда. Не самое лучшее, что можно было найти. Так, мне холодно. И я... Посмотрим, где тут проход-то? Есть тут проход-то где-нибудь? Отлично, вот проход. Так, хотя бы согреться и переодеться, потому что у меня есть кое-какие припасы. Быстрее, пока горит еще этот флар. Я могу здесь кое-что найти. Но, к сожалению, я смотрю, особо меня мало что радует, кроме вот этого пластикового контейнера. Как можно быстрее надо все делать в самом начале. Так, кровать здесь, можно поспать, правильно? Покинуть трейлер. И у нас... Закончился флар, но зато мы достигли вот этого трейлера, и надо сказать, что здесь у нас повышается температура постепенно, мы отогреваемся. Так, усталость половина, значит, голода, запас калорий, 0 градусов здесь, мы согреваемся потихоньку, 5 часов примерно осталось дневного света. И мы должны думать о том, что делать дальше. Так, давайте, во-первых, наденем шапку. Так, что у нас? Шерстяные носки надеты. Так, вот эти вот спортивные носки холодные, без толку. Так, тонкий свитер шерстяной наденем. А у нас ворно-флисовый свитер. Так, из тонкой шерсти, отлично. Флисовый холоднее явно. Ну что ж, давайте тогда посмотрим, что здесь еще есть. Антисептик. Отлично. Так, о, Whetstone. Это очень хорошая вещь. Это точило, которое поможет нам улучшать наши орудия труда, в частности, например, нож заточить или топор. Ну что же, давайте здесь посмотрим, что есть. К сожалению, темновато очень. Темновато, да. Наверное, все-таки придется использовать спички. Спички. Флар мне не нужен, я его выкидываю. Так, у меня еще есть селедка, правильно? Ну, или что там у меня за рыбина. Ладно, зажжем. Я, конечно, думаю, что сейчас прямо я здесь нахожусь в дикой опасности, потому что рядом куча каких-то зданий, которые я могу попробовать обыскать. Но в любом случае у меня могут быть проблемы. Так, металлический контейнер. Поношенные кроссовки. Да, это мне... вряд ли поможет, потому что у меня что из одежды? Обувь-то какая? А, у меня такие же, да? А, они даже лучше, чем мои. Тогда я их одену, да. Так, Слушайте, есть какая-то система прям этих трейлеров соединенных вместе. Что ж, придется опять использовать спички. Кстати, когда я играл последний раз, рук не было тут. Здесь очень важно. Так, старый этот спальник. Старый спальник, но толку мне от него, конечно же, наверное, не очень много. Что-то... особо больше мне здесь ничего не попадается, но это, конечно, плоховато. Ну что делать? Посмотрим, что в этом углу. И зря... А, нет, не зря. Смотрите, пластиковый контейнер. Так, оранж сода.
И это совсем неплохо мне здесь в начале, пока я даже не могу топить снег. Что ж, хорошо. Давайте пройдем вот сюда опять. Здесь видно, какие-то рабочие жили, что ли. Судя по тому, что тут есть много так кроватей. Сколько у нас осталось времени? Примерно 5 часов дневного света. Вышел я на улицу. Какой-то завод, не завод, порт. Так, что это у нас? Rose Hips, ягодки. Эти ягодки, кстати, по-моему, неплохие. Это шиповник. Что-то типа шиповника. Там здесь много различных деревянных изделий. Вы чувствуете, да, как холодно персонажу? Он в буквальном смысле замерзает. Так, металлический контейнер. Здесь, кстати, вот меня сейчас защищают от холода. Стена. А, вот эти локеры закрыты. Но у меня есть монтировка, к счастью, я уже нашел. Посмотрим, что там было. К сожалению, ничего. Давайте в этом посмотрим. Вот. Бутылка воды. Здорово. Ух ты. Рабочие ботинки. Но, к сожалению, пока они изношенные. Если мне удастся их починить, ремонтировать, то они могут вполне послужить для меня отличным подспорьем. Так, у нас что здесь за локация? Это мне написали. Процессинг. Wild Processing. Так, открыта новая локация. Это у нас... видно, китобойный завод. Вот что это. Так, еды нашел немножко. Это хорошо, бенч. Так, локер обыщем. This will come in handy. Ratchet Letter Boots. Еще ботинки, но они в плохом состоянии, к сожалению. Давайте здесь посмотрим. Simple Tools. Отличная вещь. Поможет нам в ремонте различных предметов. И один еще запертый. О, Ragged Down Jacket. Что ж, может быть, это мне поможет согреться. Так, коченение у меня слабое. И температура падает. Здесь видно холодно. Давайте посмотрим, что мне может здесь пригодиться. Точно, абсолютно ботинки вот эти вот рабочие. Плюс температуры мне добавят. И что еще? Вот этот вот жакет. Так, посмотрим. Да, начала расти температура. В помещении хотя бы. Но это очень здорово, потому что иначе было бы совсем все плохо. Так, давайте попытаемся, пока есть еще хоть сколько-то света у нас. Светло, в общем. Я попытаюсь найти хоть какие-то припасы, потому что сейчас без света я тут... Планкс, это все я могу сломать, но сейчас мне это не подходит. Пока я могу... О, локер. Давай что-нибудь найди. Нет, ничего нету. Так, ага, здесь есть кабинет, то есть шкаф. Ящики. Смотрим. Мне нужен... Так, ну ладно, газета пригодится, но мне нужен набор для шитья. О, вяленая говядина. Давай набор для шитья. Мне надо отремонтировать свою одежду. Так, кусок ткани. Кровать. К сожалению, вот когда лазишь вот так ночью, так, книжка, когда лазишь ночью, ну не ночью, а вот в таких условиях не видно, когда ничего, есть шанс, конечно же, пропустить очень ценные вещи. Так, быстро осматриваем. Ага, все ясно. Давайте здесь посмотрим в шкафах. Давай, ищи.
Зерновой батончик. Так, кровать. Ну, в принципе, здесь как минимум я могу переночевать уже, потому что несколько немного припасов я уже нашел. Так, я что? Давайте в дырке я застревать не буду хотя бы. Так, да, и температура здесь приемлема для того, чтобы здесь спать. Есть вот кровати, в принципе, есть где прикорнуть. Что ж, я, наверное, не буду сейчас экономить на спичках, хотя у меня это очень ценные. Так, акселерант. Это средство, с помощью которого я смогу так разжечь костер в плохих условиях. То есть это типа бензина для зажигалок. Он поможет, конечно, запалить. Так, ух ты, этот шерстяной свитер нашел. Здесь ничего нет, здесь надо играть со светом. Давайте попробуем примерить шерстяной свитер. Посмотрим. Очень тревожный момент тут. Да. Шерстяной свитер, но, к сожалению, он очень плохом состоянии. И из-за этого он, конечно, ну, весь, наверное, рваный, дырявый. И мне толку от него, конечно, никакого. Так, сколько у нас времени осталось? 3 часа осталось, да, дневного света? Это, конечно, немного. А главное, что у меня спичек мало осталось. Что делать? Процесс согревания достаточно слаб у меня. Ладно, попробуем спуститься, может быть, вниз. Вот видите что-нибудь на экране? Я вот, например, ничего не вижу. Потому что здесь темно. 3 спички осталось? Ну, что могу сказать? Не очень хороший расклад. Так, здесь у нас есть, кстати, верстак. Посмотрим, что в ящике. Так, вот тряпка и все, да? Что еще тут? Может, есть что на верстаке? Спичек нет, это очень плохо. Так, очень плохо. Так, кирпичи, ну что-нибудь дайте мне. Fire Barrel. Отлично. Fire Barrel — это у нас то, где мы можем развести костер внутри здания. Так, что это такое тут? Давайте вот что сделаем. Что у нас с питанием? Так, голод. Сейчас попробую на ощупь здесь найти этот Fire Barrel. Сколько у нас шанс? 75% шанса зажечь этот костер с помощью книги, да? Топливо. Использовать ли книгу? Так, подождите, сейчас. Что если... книгу я не могу никак переделать. Ну давайте попробуем разжечь огонь, приготовить хотя бы рыбу. Так, я, наверное, использую просто книгу. А, у меня очень мало спичек, правильно? Давайте вот так вот. Ладно, разожжем с помощью. Добавим сразу. Сколько у нас горит? Так, 28 минут. Добавила. Добавить огня. Так, я возьму вот что. Я возьму факел пока. С помощью факела я смогу, наверное, быстренько здесь осмотреться. Так, еще одна монтировка, отлично.
Это просто замечательно. Так, здесь что? Плюс 5 градусов тепла. А, так, к сожалению, наверное, я пока не смогу поставить тяжелый молоток. Пила. Классные вещи. Сейф. Так, сейф пока открывать не будем. Я его потом, наверное, попробую открыть. Давайте сначала посмотрим, что здесь еще есть более ценного. Ну ладно, молоток. Молоток нашли. Это он для крафта. Палеты. Палеты на полу, смотрите, газеты. Так, газеты есть. Фу, друзья, на самом деле здесь без всяких зомби страшно, потому что ты не понимаешь, продержишься здесь час или день. В этом крутизна всей этой игры, в том, что здесь не нужны никакие зомби для вас, для того, чтобы, не знаю, просто выживать. Здесь условия такие, что и без всяких чудовищ. Так, а вот это я смогу достать? Смотрите-ка, а вот видите? И никак. Прыгать-то тут нельзя. Прыгать нельзя. Так, есть у нас вот эта вещь. Посмотрим, что в этом верстаке. Ничего нет. Бандаж. Все. На полу, смотрим, что на полу. Здесь может быть где угодно, что угодно лежать. Это вам не Дейзи, которым валяется все кое-как. Здесь все действительно с умом. Так, все, прогорела палка. Да она и так долго горела, я считаю. О-о-о-о, что у нас такое? Флара, отлично. Флара нужна для того, чтобы еще и зверей отпугивать. Так, теперь осталось здесь пробраться. Вернуться куда-либо. Так, я вижу свет. Но этого пройти не могу теперь. Так, он вроде подошел, да, давайте погреемся, так. Ага, прогрев пошел. Нормально, так, 9 минут у меня осталось, да? Давайте вот это добавим. 1 час. Что ж, давайте приготовим вот этого зверя, вернее, вот эту рыбину. Потому что она, во-первых, портится. И к тому же она, по-моему... Она, по-моему... Cooked. А, кстати, дайте-ка я натоплю снега. Хотя бы 2 литра. Да. О, я уже, кстати, согреваться начинаю, как вы видите. Параметры. Но зато при этом, смотрите, как... Так, и накипячу. Это я натопил, а теперь... Кипяти. Давай, кипяти. Есть. Так, что ж. Но при этом я остаюсь в полной тьме. Ну, давайте. Здесь вроде нормальная температура, 5 градусов. Поэтому я, наверное, видно, ночь наступил уже. Давайте возьмем спальник и здесь прям положим. Не будем никуда идти. Так, давайте часов. А, подождите, перед тем, как отправимся ко сну, давайте попробуем. Да, рыбу поедим. Так, 2 литра у нас не кипяченой воды, не успели мы прокипятить. Напились, наелись, я так понимаю, да? Так, рыба. Ну, рыбу-то я съел. 500 калорий. Так, 350.
Так, они очень мало весят. В первую очередь надо есть, конечно, все то, что много весит, чтобы его не таскать. Ну ладно, у меня есть, по-моему, выбора особого нету. Вот банки по полкило, но мне их, по-моему, открыть нечем, поэтому открывашки-то нету. Давайте вот это съедим. Да, еще в калории закинемся. И поспим. Усталость приличная. Сон. 9 часов. Так, я проснулся полностью выспавшись. Ну что ж, неплохо, совершенно неплохо. Так, попробуем еще попить сразу воды. У меня 2 литра грязной воды, не кипяченой. Но это, конечно... Так, возьмем. А, еще 3 часа тьмы. Ну, это, конечно, плохо. Плохо, плохо, плохо. Так, Fire Barrel. А я могу что-то как-нибудь поджечь? А у меня нету, видите? Нету у меня ускорителя, грубо говоря, акселеранта. То есть топлива, которое бы помогло мне разжечь. Ну что ж, книга тяжелая, давайте разожжем, наверное, вот этот вот огонь. Если удастся, конечно, у нас-то не так много спичек осталось. Я на ощупь фактически нащупал вот эту вот бочку. Без топлива, конечно, без керосина, без бензина. Без навыков. Ну вот. Как вы видите... А, у меня спичек нет. Ну вообще замечательно. Все. И ночь сплошная. 3 часа ночи еще. Ладно, попробуем сделать иначе. Видите, здесь выживание происходит. Ну, постоянно просто. Так, давайте 3 часа попробую поспать. Удастся мне. Ну надо же. Не хочет. Три часа в темноте сидеть. Как вам перспективка? Я, например... Так. А, ну да. Кстати, вот, хорошая идея. Действительно, пока я здесь ничего все равно не вижу, в темноте полной, я буду на ощупь находить какие-то предметы и, допустим, вот ломать их. В то же время растопочку можно сделать вот из этих коробок, которые, вот видите, вот я этот сейчас попытаюсь опять найти. Где тут была эта коробка? О! Картбокс. Сломать. Время идет все-таки. Уже вон 2 часа ночи осталось. А тем самым я растопку нашел. Сейчас какой-нибудь упрусь там в темноте на ощупь. И еще... О, вот где-то тут было. Вот она. Хорошо. Картонные коробки. В темноте ломаю. Ой. Там интересно, что пар мой, который я вот вдыхаю, он виден в темноте, странно, да? Да, это, к сожалению, особенность графических компонентов. Свет на них не очень правильно рассчитывается. Кстати, наверное, я сейчас могу и опять прикорнуть. Наверное, он мне позволит. Так, там надо всего-то час там, да, поспать. Рекомендую. Ну, давайте 2. О, 2 часа. Меньше часа осталось ночи. Ну и все, да. Удалось мне все-таки. После того, как 3 коробки разломал, потерял какое-то количество энергии и получилось поспать. Что ж, не знаю, помогло это мне или не помогло. Я все равно как будто бы... Нет, какие-то ориентиры появились все-таки. Каким-то образом свет пробивается сюда, в эту тьму. Так, и по-моему... А, я, по-моему, нашел. Да, все, ура. Я вышел из этой темноты. Так, не забыл ли я хоть свой спальник-то? Спальник не забыл. А что у нас? Голод. Ой, друзья, надо поесть здесь. Поесть надо... Собачья еда. Ну вот, не знаю, честно говоря, стоит ли собачью еду пока есть.
питья. Ладно, давайте энергетический батончик съем. И попробую посмотреть, что у меня на улице есть. Возможно, покинуть хранилище. Склад. Утро раннее. Так, температура у нас... Так, падает. Да, все-таки у меня одежда еще не та. Для того, чтобы нормально находиться на улице. Так, осмотримся. Что здесь есть? Может быть, удастся что-то найти ценное. Куча коробок. Это все. О, металлический контейнер, отлично. Так, поношенный этот свитер тонкий, шерстяной. Палеты, палеты. Палет, конечно, много. Здесь можно очень долго, видимо, согреваться. Мне не нравится этот звук. Похоже на звук зверя. Так, машина. Давайте посмотрим, что в машине. О, отлично. Кто-то забыл энергетический батончик. Так, бардачок проверим. Неплохо. Так, а выйти. Надо посмотреть. Надо посмотреть, что у нас. Так, а как обойти-то ее? Нужно посмотреть, что в кузове этой машины обязательно. Потому что в кузове таких машин иногда что-то бывает. Так, там еще одна машина. Температура. Очень сильно падает температура. Но я здесь вижу только кусок ткани, но не факт, что я его смог... А, взял. Добегу вот до той машины теперь. Заодно, кстати, посмотрю, что у меня с этим... Со свитером. Что это за свитер, который я нашел? Так, багажник взломаем. Давай. Очень жаль, что ничего там нет. Но вижу через стекло. Так, батончик зерновой. Бардачок, еще зерновой батончик. Они, видно, любители были этих батончиков. Что ж, ничего. Очень жаль. Очень жаль, что здесь ничего нет. Так, аптечка. This will come in handy. Emergency steam. Стероидовая инъекция. Ну, в общем, энергетический удар. Как бы организму сообщает такой. То есть вы можете быстро очень... Ну, как бы, не знаю, прилив энергии, в общем, создает. Так, замерзаю. И за мной... Гонится волк, это очень плохо. Ну, не застревай, пожалуйста. Я пойду вот в этот вот... Успей, 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 успей. Давай до дверь. Фу, успел в дверь разбежать. Фу. Но очень плохо то, что... У меня здесь нету света никакого. Я банально могу только на ощупь практически. Ну, видите, не хватает тут освещения. Так, давайте, может быть, хоть бы спички какие найти. Так, о, пластиковый контейнер. А, еще один свитер. Ну что ж, неплохо. Давайте, кстати, свитер посмотрим. Что там за свитер такой? Там попал 97. Ух ты, отличный какой, хороший свитер. Наденем его. Кстати, надо сказать, что во время очень сильных таких штормов или бурь, здесь снежных, очень одежду надо беречь. То есть одежда сильно портится, поэтому ходить просто так всегда... Под ударом стихии не очень-то и хорошо. Не вижу я тут ничего. Наверняка здесь что-то есть. Вот
Я уверен, что... Так, о, металлический контейнер, отлично. Тоже пустой. О, так, сардины. Банка сардин. Окей. Да не то, что окей. Вообще здорово. Сардины. Мне не повезло, что я не попал к волку в зубы. Они здесь на этой сложности очень агрессивные и нападают на человека. Их приходится отгонять. Так, старый бедрол. Рюкзак. Ну, как видите, ничего мне не дают. Так, это что? О, оранж сода. Здорово. В рюкзаке ничего не оказалось. Я вот думаю, не опасно ли выходить-то мне без этого? Без... Без флайера. Давайте я его возьму в руку. Если что... Сразу применю. Так, а это что-то такое? Ничего. Даже в ящике ничего нет. Так. Сделаем так тогда, друзья. Давайте я... Сейчас попробую выйти и войти для того, чтобы... Проверить, если он там, то я сразу уйду назад. Так, выйти. О, здесь сильный ветер. Так, ну что ж, друзья, давайте тогда продолжим, наверное, следующей серии. Эта серия подошла к концу. Спасибо вам за внимание. Это был The Long Dark. Одна из моих самых любимых игр. Надеюсь, вам понравилось. И это только начало. Заходите еще, подписывайтесь на канал. Обязательно комментируйте. С вами был Григорий. До новых встреч. Пока.